Сила, она внутри меня. Бывают моменты, когда кажется, что никто не поддерживает, и это нормально. Я понимаю, что одиночество не делает меня слабой. Наоборот, именно в такие моменты я открываю в себе невероятные ресурсы. Мэрилин Монро говорила, что быть одной – это не слабость, а возможность. Я способна на большее, чем могу себе представить. Даже если путь сейчас не ясен, я знаю, что найду его. Я верю в свою силу, и никто не сможет меня остановить. Каждый шаг, даже самый маленький, приближает меня к цели. Я не буду сомневаться в себе, потому что внутри меня уже есть все, что нужно для успеха.